Согласен, да? Это не то же самое, когда играет тимба, прямо и там хор начинает. Дыля кайло, и все дыля кайло. Нет, там то все по-другому характер. Потом дальше. Все очень-очень приятно. Мы только-только-только что пригласили наш партнёрш. Мы пока танцуем на сабриту большие. Там такие агуахея, сакала, пасеала, гуляй. Все это вещи, которые... Они на самом деле больше кубинские, но традиции, это больше касино. И мы, к сожалению, иногда соливаем. Давайте я тоже вам покажу, не просто это, и покажу именно как. Дальше, если еще умеем танцевать контратемпы, зная, что такое сон и все это, дальше можно дальше слышать, что так играет прямо клавы. Потому что вот эта первая часть, дальше, когда играет тимба, она больше похожа на касино. Опять на касино, на сомонтун и все. И они играют прямо больше на этот характер. И мы как раз, почему нет, можем дальше танцевать контратемпо. Потом, когда будет уже монтуно, мамбо и бомба, клаве, именно такая сон клаве, раз, два, три, раз, два, она не так сильно слышна, как сейчас. Сейчас попробуйте искать клаве, я вам покажу дальше. Такое именно переход, они специально делают такой блок, и они перехожу, например, из монтун, из интро, на монтун, из тема, на монтун, убивая раз. Очень-очень часто решают именно такое. Еще раз покажу. Yeah.
сказать, это эти части, они убивают только один раз на одну песню, и убивают два и три раза. Вот, например, было интро, потом тема, и опять они повторяли интро. И потом поменяли на монтуну. Сейчас, например, будет короткая бомба. И потом они повторяют опять монтуну. Вот покажу разницу между монтуну и бомба. Может быть, не совсем понятно, но правда, чувствую, как она, ну, там играет все, и она стала такая пустая, бум, но прямо вкусная, прямо вот, кун-кун, а-кун-кун, ко-кун-кун, и опять, ро-то-том-том-том, всегда очень часто встречаем вот этот переход, три-ти-тин-тин-тин, и пошел опять монтун. Значит, что там между мы можем опускать румыта, ай, киди, вакуна, не знаю, не надо вакуна, можно только вот без пелоты, как хотите. А потом пошли опять танцевать монтун опять, окей? Okay? Давайте дальше. И они повторяют несколько раз то же самое. Поэтому встречай, когда вообще не будет хор и одни духовые инструменты. Встречай, когда духовые инструменты хор, духовые инструменты певец. Тогда меняет, ребята, не можем, прямо не будем встречать прямо постоянно так чисто, что так чисто понятно будет. Но все равно характер, это одинаково, да? Будет одинаково. И точно хотел сказать, что, например, играет им, играет монтуну. Как, например, на этом. Была бомба. И потом опять был монтун. Но между этим монтуном есть какая-то разница. До бомба монтун он хор. Которая, фраза, которая повторяет хор, она чуть-чуть подлиннее, чем после бомбы. Потому что, да, бывает такой хор больше для монтуна и больше... Как объяснить вам? Потому что это больше понятно для нас, для кубинцев. Но я питаю.